туда же тренд, туда. Туда, ты же смотри. Стой, я не могу это тоже сделать. Вот Ташкентскую, она тебе что-то куда-то... Смотрел, что мы нарвали. Он тоже мюник делает, видишь, у он тоже мюник делает. А, вот, это типа у меня Пайпер. Ну вот, да, это Пайпер у меня. Там реально банки ломать надо, там банки дропаются. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Что? А, ну вообще. Вот спит всего лишь, ты готов не видел. Он еще любит, когда ему так делает. О, о, ой, как это так, кайф, кайф. Вот спит, что тебе надо. О, у нас этот стрел, возможно, змей. Это попугай. Некультурный человек. Некультурный. Я культурный. Нет. Знаешь, я один раз одним выстрелом 5 чуток стрелил. Это я в гнездо стрелял, понимаешь, а? Ага. Ай. Не пошел со мной пивко. Пошли. Ну в пиво это. Ты угощаешь. Ты угощаешь. Нет. Раз такое дело, тогда продаю кота за 5000. Кому Миша, надо, берите. Положи. Кот 6 месяцев, порода турецкий мам. Я всех вас наебую. Положи. Номер. Вот это страшный человек, очень страшный. Вот он, вот он. Особенно, когда со мной стоишь. Его обыскивают. Короче, если найдете, я миллион дадим. Я уже нашел. Только миллион никто не дает. Потому что я сам за себя награду поставил. Стойте, сейчас стой. Вот номер телефона. Че, реально номер телефона? Да, продаю мне... когда-то 5000 срет, орет. Ну, в принципе, база. Код база. Базовый. Ничего базовый особенного. Код. Редкость легендарная. Нет, это IP. Да, легендарная. Ай. Запись остановил. Я The World сделал. Уже мало тут процентов. А то любит какач. Нас башки. Кстати, вот один момент из Brawl Stars. Напомнил, типа, Мэнди. Видос сегодня будет. Может, Госкет тоже будет. Но я не знаю, какой еще видос заснять потом. Ставьте лайк. А можно я с вами заснимусь? Да, окей. Ура, будем играть в Modern Mystery. Потом буду еще собирайте 3 лайка, чтобы мы что-нибудь сыграли, например. Вот он еще. Выруби фон. Авторские права придут. Выруби. Ладно, ладно. Авторские права придут. Хорошо. Я тебе российский гимн включу. Сейчас авторские права из-за тебя придут. Нет. Выруби авторские права. Супер. Выруби. Выруби авторские права придут. Выруби, пожалуйста. Я за Динамайка хочу сказать. Ну, хочешь, чтобы авторские права пришли? Нет, я хочу за Динамайка. Я хочу опять Brawl Stars, скачай мне его. Я хочу опять за Динамайка играть. Да, конечно, играй за Динамайка. Ну, за это. А, у меня Пайпер нет. А то я за Брока жестко играю. Тоже катайтесь на колесе? Согл. Ну, на тарелке, то есть. Кухонный. Если еще так одевать, еще потом рыцарь, еще, наверное, там рыцарскую броню там. Или... Ой. А зачем? Где вот? Ой, пожалуйста. Ну не надо. Берди. Авторские права придут. И берди. Берди. И берди. Перестань. Берди. Веди себя нормально, пожалуйста. Ну, тебя люди смотрят.
Скажите, сколько вы какаете? Мой рекорд 40 минут. Я могу не срать целых 3 дня. Сколько вы можете? Не знаю. А кто никто не спрашивал? Я никто не спрашивал, а... Спрашивал? Они спрашивают. Что спрашивают? Я не знаю. Я тоже говорю. Ой. Ну не знаю. Сколько процентов вообще? Пошли. Ой. Может, заехать можно с той стороны? Давай. Да хватит рыгать, ну что ты некультурный? Это тебя не держание животных. Не держание животных. Это не держание животных. Я видел. Илья, там твой сородич, вот это черный негр. А там белый. Он застыл вообще. А, он вообще застыл. Значит, он тоже черный. Нет. Это черный голубь. Сам черный. Кстати, подспалю его и фамилию. Он Грибанов. Они все знают. О, смотри, дома стоят. Вон там вот. Дома стоят на горе, смотри. Не, они наоборот за горы стоят, мон. О, карьер. Я даже сфоткаю это. Я... Не спеши, хорошо, перебирай ногами. Илья, поздоровайся с твоим братом, ты младший. Вижу. Ну, он тоже идет. Вон. Он хоть и легче, но он хотя бы может идти по лестнице. Ну хотя бы он не инвалид. А ты чё? А ты кто? Чё? Инвалид? Омг. Чё омг? О. А сколько она стоит? Ты серьезно? А серьезно? Мама, сколько стоит? Одно очко будет. Да, так ты спускаться. Оно умеет, так одно. О, тебя снимаю. Уж он как серфирит. Вижу. А, нет, ну, тут вроде нельзя, я бы так сказал. А, сфоткать все три. Прощено, куда мы приехали? Туда и идем. А, не думал, что людей можно снимать. Ну, тебя я снимаю. Сигма. Итак, пацаны, хотите посоветовать хорошее аниме? Первое, Hunter x Hunter. Второе, стой, смотри. Илья, первое. Hunter x Hunter. Второе. Магическая битва. Третье. Клинок рассекающих демонов. Четвертое. Смотрите, это все, когда какаете в туалете. Это самое сильное. Где мои сосказы? Может, а тут, в принципе. О, а тут! Для детей, если только. Ой-ой-ой, лужа. Ой-ой-ой, кто-то обоссался. Какие слова у тебя? А ты в камеру покажи, что ты. Я не знаю, что-то запомните. Видно вообще, нет? Запомните, белое пейте холодное, оно не вредит, обойдите голову, оно не вредит. Интересно, сколько сейчас процентов у меня на телефоне? Очень мало. Я тебе могу свой. Ля-ля. Что-то снимем, нет? Нет. О. Заснял. О. Все я заснял. Туда, это же этот, как там, мегафон. Это мегафон. Вот тут мегафон. Смотри, вон там он уже вот так скатится, вон там вот. Нет, вон там вот, видишь, на горе. Вон там вот. Ты первый. Нет. Нет. Сколько тут всего? Вот, это для нас. Пойдем туда. Где для нас? Вон, видишь? Зелененькая херня. Нет, для нас под воду. Тут даже написано, купаться нельзя. Что тут все купается, я не понимаю. Зимой запрещено купаться. Ты там тоже. Чем воняет? Водой воняет? Серьезно, там уже глубоко так? Не верю. Я понимаю то, что мы сейчас про... У тебя вода по пояс, а у меня по носу. Нет. Не, ну нельзя снимать. Я бы поснимал этот вид, но тут людей, но нельзя снимать. Почему нельзя, они даже не поймут. Что, серьезно? Ну тут люди, но я не буду лицо снимать. Лицо будешь монтировать, будешь все склеивать. Серьезно? Будут тебя люди без головы ходить. Вон, синий трактор. Синий трактор есть. Ну что ты не показал его? Вот, все, показал. Если видно, конечно, было. Блин, я хочу туда. Куда? Вон туда. Куда? Да вот все равно право. А, серьезно? А, да. Ты куда он хочет? Да. Тебе рано еще. О, классно, ма. Можешь? Нельзя. Ты не мама. Ты дед. Нет.
инсайд. Ты тоже? Нет, я не инсайд. Я динамайк. А пошли музыку. Нет, авторские права не надо, пожалуйста. Куда ты идешь? Куда мы идем? Что я тебя снимаю? Так. Я просто... Ну тут нельзя купаться. Это первая твоя игра с лицом. В смысле? Ты что, Пайпер Бетрой? Я очень люблю добро поиграть. Прям вот так вам скажу. А ты 18. Чего давайте тут? О, кошак. Где? Давай закапай песочек. Где давай, покапай. Давай, кака делай. Мне кажется, ему страшно. На песке Илюшна, нет? Илюшна, подержи. Илюшна, выкинь пока. Там хлеб. Когда заснимем его? Зачем мне его снимать? Надо? Чтобы все знали, что был такой кот на свете. И жил. А змея воздушная. Почему мне под ноги залез? Да. Иди, я не подниму. Куда не поднимешься? А ветра нет вообще. Давай. Ветра нет. Это укрыли одеялко. Мне памяти почти не хватает. Давай скажи что-то. 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 Все. Это весь комментарий. Что-то чувствовал себя мокрый в попе. Он что-то рассказал. Молодец. Расскажи что-то еще. Что-то еще. Я помню один случай, когда из одного дебила по имени Илья Голубев. Не, ну я не... Не. Я просрал. Ну не надо фигней заниматься. Я обещал, что я сниму что-то нормальное. А это разве нормально? Вот купаться нельзя вот. Молодец. Что-то нормально. О, все. Все, и уходим назад домой. Мы тут с тобой не первые это делали. О, нам туда, где пчелки. Надо. Ну, конечно. В детскую. Игровую. Он будет сам. А ты будешь со мной ролик сыграть? Какой ролик сыграть? Снимать. Снимать, да. А в Робоксе? Да. Так я буду каждый день скины менять. Я хочу Geometry Dash попробовать. Реально будешь ролик сам снимать? Как вам нравится? Объясните, пожалуйста. Не? Да, объяснитесь. Ну, а что именно рассказать? Не знаю. Очень понравилось. Да, очень, прям можно, очень, да? Потому что можно ссать, и никто-то не, тебя не пругает. Аккуратнее, пожалуйста, можете? Чел какой-то. Мужик такой просто ультует просто. Ультует, но медленно. Ультует, но медленно, но эффект тот же. О, давай. Иди туда. Давай залезем. Жахнуть. Кого жахнуть? Ты всех насмешишь. А можно жахнуть? Объяснить, реально понравилось? Да. Все. Иди в жопу. Все. Ракета бомба. Главное, телефон не уронить. Давай я отсюда тоже. Что тебе все надо? Снимать обязан. Попу пошел? Нет. Я обязан снимать. Я обязан снимать тебе. Да что? Вот он идет, сталкер. Нет, 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 нет. Уже один раз было такое, не надо. Уже было такое один раз. Фу на тебе. Нет, все, я пошутил реально. Я только буду в Робоксе. Кстати, я буду новый персонаж в Робоксе. С вас со всеми. Ты гуска гей, знаете это. Пидорас. Понятно. Объяснись еще.
слишком много пиздит роликов, мало выкладывает. Пиздит Зертин, а Зертин никогда не пиздит и выкладывает ролики. Так я Зертин, прикинь, чё. Все, машина. Дайте руку пожму. Дайте руку пожму. Все. Все, сейчас упаду. Уронил, то есть. Нет, я знаю твою. Реально будешь такие ролики, типа, делать в начале ролика, вот где я там, на чем тебе ваншоты? Ты меня ваншотнул, ты! Какая штучка собирается. О. Хватит, а. Кокаин. Кокаин. Куда ты глядишь? Кокаин, что? Куда ты глядишь? Я никогда не гляжу, я вот, вот, у меня кот есть. Кто не это самое? У меня кот есть. Кто у меня мучуин? Я тебя буду долго снимать, очень долго. У тебя что, телефон зарядился с лучшей батареей? Сколько у меня процентов? 8%, все, короче, пора заканчивать. С вами был Зертин, Туг. Понятно, он не хочет общаться. Да, я дух, я тугаду. Всем пока. Номера машины. Всем удачи, всем пока. Кто хочет таких больше видео, собираем 3 лайка и... Я это вырежу. Да блин! Всем удачи, это всем пока. Пока. Сам был а меня? И тук. О, все, пока.